Сорт томата черногорский розовый. Многие еще называют его Черная гора розовый. Вот такой вот крупноплодный сорт томата, розовоплодный, среднего срока созревания, высокорослый. Куст достигает высоту до 1,80 м и обязательно требует и посынкования, и подвязки к опоре. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Устойчив к заболеванию и также мало подвержен растрескиванию. Вот такие плоскоокруглые плоды розового цвета. Сейчас мы этот томат взвесим. Этот томат весит 549 грамм, но бывают плоды и покрупнее, побольше. Сейчас разрежем, посмотрим внутри. Вот такой вот мясистый, многокамерный, малосеменной сорт. Тоже сахаристая мякоть такая, сладкий на вкус. Томат великолепный. Этот сорт салатного назначения, очень вкусный в салатах, но также очень вкусный с него получается томатный сок, морс, соусы, кетчупы различные –